Всем привет, меня зовут Илья. Сегодня я вам покажу движение от хореографии хип-хоп. И сперва это движение очень легкое, то есть если вы боитесь, это не страшно. Так что так. Движение начинается с левой или с правой ноги, без разницы. И вы сперва делаете отскок назад, типа вы хотите кого-то пнуть, и делаете это очень много раз. Раз, два, три, четыре, пять. И это движение очень легкое, так что двигайтесь.